Во второй половине дня, того же 10 января, я пошел еще к одной пещере, которая находится немного дальше, нежели первая от Нонг Кьяв. Эта пещера называется Пха Куанг Кей. Вот такой вот билетик я, значит, приобрел. Стоимость ее посещения 10 тысяч кип. И поверьте, вот эта пещера стоит того, чтобы ее посетить. Но все по порядку. Приятного вам просмотра. Вот здесь я ехал на автобусе, кстати. Периодически на трассах Лаоса происходят вот такие вот камнепады, и дорога разрушается. Невдалеке от первого обвала вот еще один. Здесь обрушилась земля прямо под асфальтом. Все это произошло от того, что в этом году здесь были очень сильные интенсивные осадки. И теперь трасса просто не выдерживает. Автомобили тяжелые, грунт проседает, и получаются вот такие вот обвалы. Но, несмотря на все это, виды здесь также очень и очень красивы. Эта дорога идет возле реки Меконг, и с обеих сторон огромные скалы. Вот здесь вот совсем недавно упал огромный камень. Расстояние до этой пещеры в районе 4 километров, но я шел медленно, потому что любовался природой. На то, чтобы достичь пещеры, у меня ушло около 2 часов. Воды Меконга выглядят очень грязными, но на самом деле сама река чистая, просто дно у нее выраженного красного цвета. И снова обвал дороги, причем обнажены даже трубы. Пока снимал это видео, вспотел не только я, но и камера.
Ну вот мы и подошли к пещере Пхакуанг. Ее продолжительность, согласно плакату, 3 километра. И вначале как-то слабо верилось, что она будет действительно интересна. Но потом все оказалось совсем иначе. Кстати, цена билета в эту пещеру составляет также 10 тысяч кип. Подъем от трассы к пещере совсем пологий, и нужно потратить максимум 2 минуты времени. Вот и главный вход в пещеру. В начале пещеры своды ее довольно-таки огромны. Эта пещера по виду и на факте намного масштабнее предыдущей, которую я посещал с утра. В главном зале этой пещеры находится буддийский храм, в котором представлено несколько десятков старых статуй Будды. А вот еще один более масштабный вход-выход в пещеру. Правда, пока к нему не подняться, нету ступеней. Свой фонарик я забыл в отельчике, поэтому пришлось воспользоваться данным мне возле пещеры. Впереди кромешная тьма. И светить мне будет только этот фонарик. Благодаря ему мы и посмотрим, что же из себя представляет эта пещера. А пещера эта была полна сюрпризов. Вот, пожалуйста, здесь есть сталактиты. Местами пещера настолько низенькая, что приходится буквально ползать, чтобы пройти в следующий коридор.
внутри этой пещеры словно в парилке, так как со стен течет вода и очень сильные испарения. Снова сталактиты. Дорожный указатель, куда же идти, чтобы не заблудиться, потому что здесь развилка и есть несколько дорог. Вот типа вход, через который нужно попасть в следующую комнату, но я решил пойти иным путем. Немножко в стороне я нашел намного выше вход и прошел через него. Через этот ход хотя бы не пришлось ползти на брюхе. Ну вот, наконец, и следующий зал. Еще немножко побродив по этим закоулкам пещеры, пришло время возвращаться к выходу.
оказывается, здесь можно увидеть еще и такую живность. Ну вот, наконец, и свет в конце туннеля. Это снова главный зал пещеры, где находятся статуи Будды. А вот это место очень хорошо подошло для растений. А вот какой красивый вид открывается на реку Меконг и гору. Ну вот, снова пришло время возвращаться в отель.
по пути нашел вот еще одну пещерку. Вот она такая маленькая. Подводя итоги, скажу, что конкретно эту пещеру под названием Пхакуанг я просто советую посетить. Она вам должна очень и очень понравиться. А вот и городок Нонг Кьяу вдали.